Galaxy Riders Adventures. Готические рыцари приключения. Ну вот у него вампиром. Как в таких вот там, где зонеры или там, где кеницилы. Ну как кеницилы стать негативами. Вот. Если он производство тени вампиров, да, это по цене вампир будет выходить цену корвета. Но так тень, значит, тени вампир. Ну, теневая технология. Ну, вампиры могут свои производить какие-то силеров, таких крейсеров, здесь силер вампира, но попроще его. По смыслу. Ну, почти одно и то же будет выходить. Но теневой крейсер легче, чем что он будет там титан использовать для брони, например. А темы рейди, то есть нужно МК-4 там плюс темы МК-2, вот МК-6, то есть. А та уже выйдет. Как-то не очень шпина, аж называется кнопочка. И корпус выглядит как ракетный корпус. Апельсиновый такой. Ну, оранжевый плюс 6. Контрракетный. И против. Он практически как красный. Ну зачем этот мастер-бластер? Он тогда может Тау Титан МК-4, ну, теневой титан, добредить в красный МК-2. Он красный МК-2 там плюс 4. Он не считается МК-2 потом. Ну, МК-2 получит, если МК-2 сейчас. Или сцена вместе. А тен добредит до плюс 6. А таким способом, что плюс 4 и плюс 6 хреновки. Он будет как ракетный выглядит, но не будет. Он как контрлазерный, по сути, и все. То есть его плазма там можно сажать. Ну какие-то, да, компенсаторы есть, как вот до какого-то предела. Для intense combat, для интенсивных боев он. Для битв таких он уже будет не особо подходить. Ну, ракета — это вот название контрракетный, потому что он контрторпедный, потому что он противоторпедный, практически торпеды в основном используют. Торпеды есть у всех практически цифр. Но они дорогие, но вот рыцарская сторона самая доступная цена. Потом цена коалиции, потом цена кеницы, ну, теневая торпеда там. Как она? Она не Shadow Storm, не Storm Shadow, а Shadow Storm может быть, она даже Storm, а у них попроще что-то. Ну, нужно называться Shadow Torped. Теневые торпеды. Ну, их если Red Master, Master Blaster, МК-2 заапгрейдит, то она уже из теневой торпеды станет пульсонной торпедой. Ну, то есть это супер крутая, это еще словно. И так же самое можно, надо правильно оградить и корпус. То есть не контрлазерный получается с какими-то компенсаторами от плазмы оружия. Просто ну, за счет класса, что тени класса 4, например. Или это тени класса 3. А если не класса 3, как бы сложнее. Потому что плюс 3 получается только. Ну тогда хватит. Ну, с другой стороны, тут хватает. Когда мы говорим, что плюс 4 мастер бластер может дать тут плюс 6 ракетных колоссов и вообще то плюс 8 тренда обогрения золотого на самом деле. А когда плюс 3, то огонёр. Ну красный огонёр. Тоже. Красный мастер. Хоть он и не мастер, а его мастер. Мастер бластер. Который МК-2. А малиновый мастер МК-3. А драконий мастер. МК-4. Красный дракон. Ну, дракона называют. Но... Потому что если стиль дракона мечника. Потому что он... МК-2 это он стиль тигра. Это с ним мечта. МК-4 он стиль дракона. Или стиль, не стиль Феникс, а МК-3. А это как двойной типа стиль. Ну там в разных ситуациях по-разному. И играет МК-3 теневой, Тау Титан.
Тенниси там 3. Плюс 7 за месяца заравно. Несколько видов. До 4 видов, даже 5 можно видов. Плюс 3 вообще в МК произведен. Плюс 3. Ну давай же может и в МК 2, если не МК 2 шики. Или МК 3. Это тоже будет влиять на самом деле. Сколько он там может. Плюс 3 и плюс 1 красного мастера. Красный навык. Ну тяжелый красный навык. Для тяжелого выражения тоже тоже. Ну плюс 4 становится красной броней. То есть плюс 3 плюс 4. Ну, можно плюс 4 на плюс 4 заменить. А тут плюс 4, тогда тем, который плюс 2 грейдит броню, оранжевую броню. У него ранг грейдщика должен быть 6 хотя бы. Но второй, ну, второй грейд тоже может быть так, плюс 8. На МК2. Грейд, ну, гораздо дешевле производство. Ну, чем даже производство сам. То есть, переобразить до какой-то, потому что это так будет. Что 4, плюс 4 перевести, вернее, плюс 3 в плюс 4, это, ну, будет отличаться в 4 раза цена производства. Ну, с учетом даже, пускай, ресурсов там. Уже наличие. Ну, энергозатраты это, а там 4 в 6, это значит, может в 30 раз сейчас уже 5 и 6. 30. Может в 6 раз. А от МК3 это в 24 там. Ну космические просто бешеные расценки. То есть играет МК2 будет там 24, собственно, там сколько. С 4 в 6, то есть 30, то как бы все в 2 раза. Например, в 4 раза дороже. Блин. Ну, базовая броня стоит там недорого. Ну, образно 4 миллиона, да, например, на корпус. Или 30 миллионов, бронь персадов. Сколько там? 30 миллионов. То 4 грейд. Эквивалентен будет там, ну, МК-2, как 120 миллионов. Но это все ресурсно. А если он будет в 30, да, на 4, то на 120, то там... Сколько стоит теневой крейсер? 30. На 4 120, а если 30 на 30, то 900, это миллиард. За что? Ну, 104 осталось, стоит, да? Или сколько? Четыре стоит броня, а корпус весь произвести будет там, ему на 30 стоит. Ну, суммарно броня, которая плюс 4, она просто не 4, она не будет, она же на весь надо произвести. Это, по сути, от 100 такой производит. На 100. Ну, что будет броня, ну, бронерельсы за 4, лимона, а 100. А все выложить броней, там лимонов 30. Вампир, шагов, корабль больше. А на 4 умножать просто кратность апгрейда. Какого? Винкса или Тена? Тена апгрейд. Ну, приблизительно затрата ресурсов будет 120. Ну так когда уже преображен 4, это 6 и еще столько потом преображен. Ну в ресурсах оно гораздо меньше выйдет. То есть 30 на 30 900, а 30 на 420 еще не на 4-408, а пока мне в половину все. Какую это? Золотую броню? Может быть. Ну ракетную или золотую, да. В зависимости от ситуации, от наличия всего. То есть если собственные добыча, собственные заводы переплавки, там конвертеры работают, то он не будет ощущаться, он просто в ресурсах будет что-то стоит, а персонажа ничего не будет.